Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на журнал «Отдохни» с Бритни Спирс на обложке. Еще раз повторюсь, у меня раньше было немножко больше журналов «Отдохни», но я их раньше разрезала, и вот где-то года с 2005-2006 я перестала разрезать журналы, решила их собирать. Ну и вот то, что у меня осталось. Раньше я «Отдохни» не особо увлекалась, но он мне казался немножко взрослым для меня журналом. И вот как-то насобирала несколько с Бритни на обложке. Ну, давайте смотреть. Это более поздние выпуски, они немножко такие уже, ну, по современнее, да, оформлены, нежели как раньше. Раньше они примерно были такие же, как журнал Cool. Это 2007 год, 1 августа, номер 31, и здесь новое безумие поп-звезды Бритни Спирс «Отреклась от матери». Значит, мы помним, что здесь, естественно, эта куча журналов выходила, когда у Бритни был не очень хороший период в ее жизни. Мы помним такой период. И давайте смотреть, что здесь есть. Здесь вот что-то тогда произошло между ней и матерью. И вот тут показано это все. Я, честно говоря, не помню. Вот. И продолжение здесь вот этой статейки. Ну, здесь, видите, немножко уже такие темные времена в карьере, в жизни Бритни. Ну, что ж, есть, то есть. И что у нас тут еще есть? Небольшая картиночка Кристины. Вот здесь вот у нас что-то про лаки рассказывается. И вот у нас здесь есть Кристина такая красивая. Надеюсь, вам был полезен данный обзор, он вам понравился. Пишите свое мнение про эти журналы. Много ли у вас их было? И огромное спасибо. Пока-пока.